Насколько действительно серьезна угроза, и насколько серьезная угроза 200 тысяч, допустим, мигрантов в Европе до конца этого года, ну, допустим, в течение года? На мой взгляд, ситуация сложная, безусловно, для Европейского Союза, но она не является такой, как ее представляют многие средства массовой информации, то есть она не является катастрофической. Во многом, наверное, многие вещи преувеличены, на мой взгляд. И проблема есть, но она была всегда. Война не вчера в Сирии началась, если мы говорим, допустим, о сирийских беженцах. Война уже идет несколько лет. Поэтому наплыв беженцев в Европу всегда был и всегда будет. Поскольку люди хотят лучшей жизни, уезжают с Африки, Азии. И не нужно преувеличивать и драматизировать насчет этой проблемы. Безусловно, консенсус трудно найти среди глав правительств, глав государств Европейского Союза, и вряд ли он будет найден полноценный консенсус. Но угроза раскола Европейского Союза в связи с миграцией или дальнейшим ухудшением миграционной ситуации, статусов беженцев в Европейском Союзе, на мой взгляд, такой вопрос пока не стоит.